Здравствуйте! Сегодня я вам представляю известную китайскую достопримечательность мавзолей Цинь-Шихуанги. Да, во-первых, этот мавзолей расположен в районе Синьдон, города Сиан, провинции Шэньси. Погребальный комплекс площадью 56 квадратными метрами строится более 38 лет. Мавзолей возводим по образцу столицы Цинской империи Сянья. Этот комплекс разделен на внешний и внутренний город. А строительство мавзолея началось в 2046 году до нашей эры, когда Цинь-Шихуанги было всего только 13 лет. Полномасштабное строительство началось только после завоевания 6 крупных государств и объединения Китая в 2021 году до нашей эры. В результате в распоряжении центральной власти сосредоточилось большое количество ресурсов. Место гробницы было выбрано недалеко от района Чэньян, где покоились отец и дед императора. Согласно традиции захоронения с запада на восток, а мавзолей расположен в соответствии с требованиями фэншуй. С севера защищен рекой Вэйхэ, с юга обрамлен горами. К 60-м годам 20 века были найдены еще несколько статуй, ряд построек и захоронений. В 1974 году мавзолей был обнаружен сианскими крестьянами. Начались археологические раскопки, в результате которых была обнаружена дракатовая армия, служащая гарнизоном мавзолея. На данный момент сама гробница не раскопана. Археологи изучают некропол вокруг гробницы, включая дракатовую армию к востоку от кургана, которая до сих пор до конца не исследована. В марте 1974 года семеро человек наткнулись на статую, которую значительно приняли за изображение Будды. Также были найдены бронзовые наконечники для стрел, глиняная посуда и дракатовые кирпичи. В том же году начались археологические раскопки. Исследования происходили постепенно, с каждой новой высклетой частью комплекса находили все большие керамические фигуры, лошадь и тысячи других древних артефактов. В результате было найдено порядка 8000 дракатовых воинов, сотни деревянных и бронзовых крестниц. 1 октября 1979 года состоялось открытие нового хранилища для посетителей, по которым располагалось 6 тысяч фигур, выстроенных в соответствии с дневным боевым порядком. Примечательно, что у каждого сорта уникальные черты лица, прически и жесты. Да. Наконец, приглашаю всех посетить Сиань и посетить мавзолей Цинь-Шихуанги. Спасибо за внимание.